октябре 1941 года немецкие войска подошли к Москве. Фашистская авиация усилила воздушные налеты на столицу. Только 28 октября воздушная тревога в городе объявлялась 6 раз. 4 раза днем и 2 ночью. На тот момент зенитная артиллерия была единственным наземным боевым средством борьбы с авиацией противника. У нас были 37-миллиметровые автоматы 61К, производство завода Калинина, подмосковного, и 25-миллиметровые пушки, которых было, в общем-то, меньше. Что, как ни странно, в общем-то, установка 61К была во многом неудачно. Во-первых, четырехколесная база, это, попросту говоря, была такая колымага здоровая. Представляете, четырехколесная повозка. Темп был невелик, 100-150 выстрелов пушки 61К. Но самое интересное, что эта пушка 61К наша, 37-миллиметровая, она в 20 веке сбила больше самолетов противника, чем любая другая. Танковые колонны врага, рвущиеся к Москве, были остановлены точным огнем зенитных самоходных установок 38-миллиметрового и 76-миллиметрового калибра и ЗСУ-37 на гусеничном шасси. Наши зенитчики выполнили полностью свои задачи. Москва не была разрушена, хотя германское командование поставило задачу нанести несколько сильных ударов по Москве. Линию развития ЗСУ после войны продолжат сначала «Шилка», а затем ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь». Сегодня в распоряжении ПВО лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы нового поколения С-300. В ближайшие годы на вооружении появятся новейшая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», ЗРК малой дальности и комплексы разведки. По боевым возможностям это оружие не будет иметь аналогов в мире. Практически сегодня в мире никто не измеряет военную мощь количеством там патронов, танков там, или винтовок. Все смотрят, какие системы стоят на вооружении данного государства. Одним из знаковых моментов в ходе Великой Отечественной войны стало использование «Катюши» — первой реактивной установки залпового огня. 14 июля 1941 года под Оршей был произведен залп из 112 ракет по железнодорожному узлу с эшелонами противника. Выжившие после этого удара немецкие солдаты сравнивали этот артналет с настоящим адом. Это был ошеломляющий результат. Поле все горело. Вот в рядах противника паника, много, конечно, было убито ранено. Ряд немцев убежало кто куда, и часть из них прибежала на нашу сторону. По заявлениям командного состава стрелковых частей и наблюдением артиллеристов, внезапность массированного огня «Катюши» так сильно действовала на психику и угнетала морально, что части противника бежали в панике. Интересно, что «Катюши» попали и к немцам. Их наши старательно пытались прятать, взрывать, чтобы они не попадали. Но немцы заинтересовались, причем самое интересное, больше заинтересовались как раз не вермахт, а войска СС. И войска СС потребовали скопировать вот эти сталинские органы, как они называли, наши пусковые установки. И действительно, немцы запустили в массовое производство 82-миллиметровый советский снаряд М-8. За 2 года войны реактивная артиллерия показала свои бесспорные преимущества. Но был у «Катюши» и один существенный недостаток – большое рассеивание реактивных снарядов, что резко ограничивало выбор целей и сужало круг боевых задач. Этот очевидный недостаток «Катюш» был хорошо известен противнику. И тогда конструкторы разработали снаряды улучшенной кучности УК и боевые машины для пуска снарядов М-31. Вот тут надо заметить, что под «Катюшей» подразумевается 132-миллиметровый снаряд М-13 наш. А у нас были еще более мощные снаряды М-30. Но они имели надкалиберную часть в виде эллипсоида, ну как бы сказать,
головная часть была толще, чем двигатель. И за это солдаты назвали их «Лукой» по одноименной поэме Баркова. Я знаю, все знают, как не буду называть, как она полностью называется. Вот. Но, к сожалению, понятно, что журналисты, тем более военные историки, до 91 года название «Лука» опускали, и все снаряды считали «Катюшей». Все лучшее, что было заложено в модели фронтовых «Катюш», конструкторы усовершенствовали и воплотили в современных реактивных системах залпового огня. Прямыми потомками «Катюш» стали «Грады», «Ураганы» и «Смерчи». Их удар может уничтожить войска и бронетехнику на площади несколько квадратных километров. По мнению специалистов, система «Смерч» по своим характеристикам приближается к управляемому тактическому ракетному оружию. В некоторых странах «Смерч» в перспективе рассматривается как основная система национальной обороны. Психологическое воздействие колоссальное. Попасть под обстрел такой системы и выжить – это просто случай.